Эль Росарио, близ Марбеи, открылся новый русский гастроном. На полках супермаркета с сочным, почти международным названием «Густо» соленье, гречка, пельмешки, икра, известные грузинские вина. В общем, все, чего только пожелает широкая русская душа. Цель магазина – русские продукты, не роскошь. Цены будут для людей, которые имеют средний достаток, большой достаток, на любую корзину. Но самое главное, в магазине будет три новшества. Накопительная карточка будет давать возможность людям экономить деньги на покупках. Это первое. Во-вторых, второе – это появится линия «Фамильяр». Четыре поставщика продуктов, производителя, правильно, которые согласились сделать продукты под тем ценам, по которым устраивают нас и которые будут возможность, дать возможность любой семье отовариться на кошелек от 10 евро и до 100 евро. А пока родители выбирают лакомство, их дети могут отправиться в виртуальное путешествие, не выходя за порог магазина. Для тех, кто далек от виртуальных миров, тут же располагается электронный терминал заказа реальных экскурсий по Испании. Например, Гибралтар – очень популярное направление. Зеленым цветом мы видим свободные дни. Значит, здесь мы выбираем количество человек, количество детей, остановку, место посадки. Здесь информацию мы видим, оплату кредитной карты и здесь получить чек. Он же является посадочным талоном. На время семейного путешествия об их доме, машине и даже кошке с собакой позаботится консьерж-сервис Home 24 Hours. За контрактом на спокойствие далеко ходить не придется. Их офис расположен здесь же, в гастрономе «Густо». Это сервис для вашего дома, для вашей семьи. Мы оказываем различные услуги, помогаем с бытовым хозяйством, с детьми, можем организовать выгул домашних животных. В общем, все, что вам необходимо, вплоть до решения сложных юридических вопросов и коммуникативных вопросов, когда у вас возникает какое-то непонимание. Очень часто люди обращаются к нам с проблемами, с которых и начинается наше сотрудничество. Выходит, что «Густо» и не гастроном вовсе, а целый русский центр товаров и услуг. Примечательно, что и открыт он так по-нашему, без обеда и выходных.